Итак, я снова в тюрьме, на сей раз в австрийской. Я был арестован и припровожден в тюрьму в заштатном городке Новый Тарг 8 августа 1914 года, вскоре после начала войны. Сей писарь занес в свой тюремный гроссбух и то, что фамилия моя Ульянов, и что я сын Ильи и Марии, и что зовут меня Владимир, и что мне 44 года. Я показал, отец мой умер, а мать жива и проживает в Саратове, и что женат я на Надежде Крупской. Имею диплом доктора прав, выданный Петербургским университетом, и являюсь сотрудником Санкт-Петербургской газеты «Правда». И вот уже 20 лет состою в социал-демократической партии. При обыске изъяты часы фирмы «Мозер» одни, австрийские кроны в монетах три, перочинный ножик школьного типа. Мог ли я еще вчера подумать, что стану колодником, да еще по обвинению в шпионаже в пользу русского императора? Это пахло военным трибуналом. Вот так история. К тому же этот унылый писарь объявил, что мне еще повезло, ибо некоторых шпионов уже повесили без суда и следствия. А началось все это вчера с внезапного обыска. Производил его наш паронинский жандарм Мотыщук. Обычно мы покупали капусту с его огорода, но по случаю войны огородник обрел свою служебную прыть. Обыск был просто дурацкий. Жандарм оставил всю партийную переписку, зато забрал мою рукопись по аграрному вопросу. Еще он раскопал в хламе какой-то браунинг. Я даже забыл про него. Вот уж не кстати, бес его побери. Как бы то ни было, я сижу и, кажись, весьма крепко. Война. Я приехал сюда из Поронина по железной дороге. Я видел, как пели, пили, ругались и плакали новобранцы, как кричали на каждой станции жены и матери, как отталкивали их от вагонов, и я понимал, что точно то же происходит и у немцев, и у французов, и у нас на Руси. Сидеть тут, как в мышеловке, когда на свете творится не весь что. Не знать ничего, когда надо знать все. Бездействовать, когда надо действовать, действовать и действовать. О, дьявол, тут можно было спятить по меньшей мере. Я попытался уснуть. Сперва я считал до 50, потом до 200. Повторял догмы римского права, которые всегда на меня нагоняли сон. Потом опять до 200. Но чем больше я считал, тем меньше мне хотелось спать. Я понимал, что там, в России, наша партия подвергается сейчас немыслимейшим ударам. Что с нашими в Питере? Что с Надей? Мне стало страшно за нее, ведь она сегодня будет ждать на станции, предполагая, что все разъяснилось, и я приеду обратно. Нет, уехать, тут же уехать, как выпустят из тюрьмы, в Швейцарию или в Швецию. Только из невоюющих стран можно сейчас завязывать новые связи, спасать уцелевшие. Случилось самое подлое из самого подлого – война. Как заставить думать людей, захлебывающихся в крови? Миллионы людей во всем мире ищут ответа, что делать, как быть. Значит, нужно новое слово, единственное, точное социалистическое слово. Но где оно? В чем наша стратегия этой войны? Сколько мне не назначено жить, хоть вечность, я не забуду мою первую ночь в этой кутузке. Тяжко. Нет, надо взять себе в руки. И дисциплина мысли, железная дисциплина. Думать о чем-нибудь другом. О чем? О чем-нибудь совершенно ином.
Мы перекочевали из Парижа в Краков, чтобы оказаться поближе к России. Граница в 10 верстах. Газеты из Питера приходят на третий день. География великолепная. Краков. Еще один город на нашем пути. Что ждет нас здесь, в этой древней столице польских королей? Странствовали, как всегда, втроем. Жена Надюша, теща Елизавета Васильевна и ваш покорный слуга. Мы чувствовали себя здесь относительно свободно. Собирались открыто, печатались в польских газетах, задевали в прямой близости от России важнейшие совещания и конференции. Здесь теснее, чем когда-либо, сошлись мы с нашими старыми друзьями, польскими социал-демократами, с теми, кто вел практическую партийную работу. А поселились мы в двухэтажном домике на окраине Кракова. Соседи, семья паденщицы и семья учителя. Но все это было тогда, 2 года тому назад. А сейчас, насколько я понял, меня тянули на допрос. Самое скверное заключалось в том, что со вчерашнего дня я не читал ни одной газеты. Я спросил, что нового? Он молчал. Как на фронте, большие бои? Он молчал. Газету. Кустью пекут в преисподнюю, но только дадут газету. Это был уже не писец и мухрышка, а следователь. Гладкий, вальяжный. Даже слова его пахли фиксатуаром и одеколоном. Он начал обычный допрос и спросил меня, сколько раз и где я выступал с речами перед поляками. Я сказал только то, чего нельзя было скрыть, потому что об этом было в местных газетах. О моих докладах в Народном университете на Шевской улице и в студенческом обществе Спуйня. «О чем вы там говорили?» – спросил он. Я медлил с ответом, но он пришел мне на помощь, процитировав мои же слова о том, что русский пролетариат стоит перед новой революцией, и опыт его имеет большое значение для Запада. «О чем же вы еще говорили?» – опять спросил он. «О чем я еще говорил? О чем же я говорил еще?» Я отвечал не впопад, ибо во все глаза глядел на газету, готов был поклясться сегодняшнюю. Я не знал, как прошло в Германии голосование военных кредитов, как поведут себя немецкие социалисты. Неужели воздержатся? Тогда я совсем осмелел и самым изысканным образом попросил дать мне эту газету. Мне сразу бросились в глаза заголовки. Голосование в Рейхстаге, небывалое братство, Германия сплотила всех своих сыновей. И я понял, что социал-демократы бесстыдно голосовали за войну. Ах, подлецы, какие же подлецы! Первой степени подлецы! С этого дня я перестаю быть социал-демократом и становлюсь коммунистом. Война. Сколько лет она назревала, близилась, надвигалась. Еще совсем недавно можно было не читать газет, а лишь заглянуть в какой-нибудь захудалый синема, чтобы понять, как наколдовывается... Или, вернее, расколдовывается война.
Наверное, вы жаждете войны? Спросил меня однажды знакомый газетчик Майкусон. Нет, ответил я, мы не хотим ее. Мы не хотим, чтобы миллионы пролетариев истребляли друг друга. Хотеть войны и работать на нее – это одно. А объективно предвидеть войну и стремиться в случае этого бедствия использовать его – это совершенно иное. Экране в это время мелькала всякая всячина. И свадьба кронпринца Карла в высочайшем присутствии императора всеавстрийского Франца Иосифа, и головокружительные полеты, порой кончавшиеся весьма печально. Кстати, наш паронинский почтмейстер, большой любитель политики, утверждал, что в 20 веке мировая война вообще невозможна. Изобретены скорострельные пушки, которые бьют на 14 верст. И ружья, выпускающие не менее 40 пуль подряд. Прибавьте к этому аэропланы, сгорит вся Европа, земля обратится в пустыню, погибнет цивилизация. Это не так, возражал я. Ах, пани Ульянов, говорил он, вы сущий ребенок в политике. Журналов обычно показывали комические номера, глупее которых нельзя было придумать. Экая дичь, чистейшая тупость. Опадишь ты потешно до слез. Ну а когда начиналась главная часть программы, слезливая дребедень, да еще из великосветской жизни, мне становилось невмоготу, и я спешил освоясь. Я любил Краков в этот поздний час. Пустынные улицы, темные набережные, бессонные фабрики на том берегу. Этого не увидишь в Элизионе. Ну и штукенция этот синематограф. Какой оратор этот немой? Подумать только. Все доступно ему, большое и малое. Эх, дал бы мне господин Патте покрутить на пленку. Да ведь где там? Не даст, господин Патте. Однажды после такой прогулки меня ждал дома сюрприз.
Теща моя, Елизавета Васильевна, взяла себе в помощь по хозяйству девчушку. Ее звали Улькой. Кончилась первая тюремная ночь, а на утро, к моему изумлению, стражник вывел меня из тюрьмы. Куда же он вел меня? Уж не в баню ли? Нет, не в баню, тогда бы мы пошли прямо. А может быть, к военному прокурору? Нет, тогда бы мы свернули влево. Может быть, просто к цирюльнику, чтобы сбрить мою шевелюру? Но он повел меня вправо. Тюрьма. Оказывается, у них нет даже собственной фотографии, и они водят арестантов сниматься в ателье «Сувенир». Фотографу было не до меня. Он увековечивал один из существеннейших моментов человеческого бытия – бракосочетание. Правда, на сей раз свадьба была военная, скорая. Я сидел в сторонке и думал, а что теперь будет с этой любовью? Что останется от их жизни в этой дьявольской мясорубке? Ведь им заказан путь отцов и дедов, тот извечный путь, что глядел на них со всех стен этого ателье. Этот парень уйдет на фронт. А что станется с ней? Ну, тут уж нужна была такая гадалка, какой являлась моя теща, милейшая Елизавета Васильевна. Каждое лето мы перебирались из Кракова в местечко Поронин, в предгорье Татар. Работалось тут даже лучше, чем в Кракове. Время было горячее. Начался новый подъем на Руси. Росли большевистские организации. В Питере выходила «Правда», и каждый день слали мы туда статьи до заметки. С царем был у нас один разговор – за горло, колено в грудь. Но и охотникам вымыть шкуру, не опустив ее в воду, попадало от нас нещадно. Гвоздь всех сражений был только в одном – за новую революцию или против нее. Бывало, к нам в домик съезжало столько людей из России, что ночевали в сарае, на чердаке, в кладовке и даже на кухне. Схлынут и снова вроде по-старому да по-тихому. Со стороны, вероятно, казалось, что жили мы, как обычные дачники, которые гуляли, ходили в лес, собирали грибы да землянику. Но мы жили не так. Каждый день почта приносила нам письма. Двумя десятками, потом сотнями. Они шли отовсюду, из Англии, Франции, Германии, Америки, но главное из России. Порой приходили из таких мест, которые мы с трудом находили на карте. Так разрозненные горстки рабочих, связавшись с нашим Поронино, становились частью, звеном единой революционной партии российского пролетариата. Сидели мы с Надей за перепиской порой до самой ночи. В ход шли и шифр, и химия. А клеила нам конверты и бандероли, даже не подозревая, что таилось в них, несравненные нашего Шула или попросту Улька. Как выяснилось, у нее были еще и свои дела, таинственные, и не во гнев ей будет сказано, амурные. Открылось это для меня неожиданно, когда я меньше всего полагал, что близок к великому открытию, а просто готовился к очередному походу в горы.
Она попросила: «Пане Владимир, возьмите меня с собой». «Что за оказия?» Я и не думал, что она любит гонять по горам, хотя знал ее уже много месяцев. Может быть, все-таки прав Платон, полагая, что чувственное восприятие никогда не показывает нам явление таким, как оно есть в себе. Правду сказать, мы с Надей души не чаяли в этой девчушке. Была она какая-то робкая и смелая, сдержанная и живая. Всю жизнь горевали мы с Надей, что у нас нет детей, и вот появилась вдруг странная дочка, смешная и трогательная. Весь день носилась она по дому, напевала, грызла леденцы, помогала нам паковать прокламации против царя и буржуазии, и то и дело сбегала в костел. Оказывается, наш воронинский ксёнц тоже любитель дальних прогулок. Что занесло его сюда на пасеку? Я спросил об этом пасечника. Он был, смею сказать, мой добрый приятель. Мы не раз толковали с ним о сути жизни, о вкусе меда. На сей раз он ответил уклончиво. Пчелы тоже нуждаются в благословении Божьем. Также не выведал я и от Ульки, что за таинственный листок вручил ей ксёнц. На мой вопрос она ответила вопросом. Откуда вы знаете всех тешних людей? А я вообще со всеми знаком. Со всеми нельзя быть знакомым, а я вот знаком. Хочешь, поспорим. Кто бы ни встретился нам, я с ним знаком. Мне казалось, что этот спор я выиграю легко. Ведь Ульке было невдомек, что я исходил эти места вдоль и поперек. Бывал в каждом доме, на каждой стоянке пастухов, лесорубов. В те дни я писал об аграрном вопросе в Галиции. И мне драгоценны были экономические и бытовые данные, собранные вот так, прямо с земли, из первых рук, из первых уст. Я дружил с крестьянами, ночевал у них, помогал, чем мог, приносил газеты, составлял жалобы на начальство. Играла. Давай сюда бусы. И чем дальше мы шли, тем меньше бус оставалось у нее на шее, и тем нарядней становилась моя палка. Я торжествовал, пари было выиграно.
Тут я понял, что наш спор, в конце концов, я все-таки проиграл. Улька завела меня к человеку, с которым я еще не встречался. Как я потом узнал, это была преобыкновеннейшая история от А до З. Пастух, звали его Анжей, не раз загонял крестьянских овец на помещичьи выпасы. Пошла жалоба. Пан вахмистр лично явился навести порядок. Вот тут-то Анжей и ввел в бой собак. Я мог бы, конечно, как марксист, сказать пастуху, что травля собаками есть террор индивидуальный, собаками ничего не добьешься, но я почувствовал, что перед этим пастушищим горем все слова мои были бы сейчас неуместны. Приметил я также, что Улька горюет не меньше Анжия, и понял, что неспроста. Так вот оно что. Значит, есть в ее жизни такое, чего мы не знали, что она скрывала от нас. Вот вам и дочка. Видно уж, таков удел родителей, что они все узнают последними. Сказать по правде, мне было даже обидно, что Улька ни разу не обмолвилась об Анжии. Ну, утаила и ладно. Я в мыслях гнал от себя и Ульку, и пастуха, и их любовь. Было о чем подумать, куда поважнее. Хотя, почему? Тут я поймал себя на том, что становлюсь похожим на ученого-сухаря, который, дескать, настолько возвысился умственно, что не хочет и думать о таких пустяках, как вздохи, признание, природа, человек. Как сказал старик Фейербах, человек не понимает и не выносит собственной глубины и раскалывает поэтому свое существо на «я без не я», которое он называет Богом, и не «я без я», которое он называет природой. Так разве это пустяки? Дождь, ветер, деревья, очаг и любовь, черт побери. Почему ж каждый, кто прочел «Антидюринг» или «Капитал», считает своим долгом стыдиться этого слова? Нет уж, тутки, не дам в обиду любовь. Надо как-нибудь написать об этом. Впрочем, не слишком ли много я в жизни написал статей и выступал с рефератами? Когда я вернулся за Улькой, тут только я понял, что за листок дал ей Ксёнц. Это был фрагмент известной картины. Ее можно было встретить чуть не в каждом польском доме. Был в ней какой-то отчаянный сгусток польского горя, какая-то грозная сила народа, растерзанного, но не сдающегося. Как я любил это в Польше! Неутолимую злобу к поработителям. Неистребимую веру в то, что солнце взойдет. Да, эта земля имела право на ненависть. Боже мой, что творили с Польшей царские прихвостни? Но что знали тут о другой России, которая в тюрьмах и казематах славила польское дело, которая в лице Герцена встала грудью за Польшу, когда царские вешати расправлялись с ней? Не знали и не хотели знать, надеялись только на себя. Но в этой вере только в себя была и наивность, и гордость, и близорукость, и та страсть и ярость патриотизма, которая стала душой народа и клокотала в каждом, от подростка до старика. Так думал я о Польше, входя опять в эту австрийскую каталажку. На душе было скверно. Но мир, как сказал Гераклит, был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим. И вот, когда я была вовсе угас, мир снова воспламенился. Надя добилась свидания. «Как ты?» — спросил я ее. Ведь она была очень больна, ее мучило удушье. «Все хорошо», — сказала она. «Грудь не болит, все замечательно».
Я не знал, на каком языке позволено нам с ней говорить. Я объявил следователю, что буду говорить по-немецки, хотя умею и по-польски. Вот, например, «Як ще пані чує?» Он ответил мне: «Говорите хоть по-испански, но только без политики». Для начала Надя сообщила мне, что польские товарищи подняли всех на ноги по поводу моего ареста. Писатели, рабочие и кое-кто из университетских подписали петицию о моем освобождении. А сама Надя послала письмо польскому депутату парламента Герману Диаманту. Потом она посмотрела на меня так, что я понял: держись, сейчас последует самое главное. Здоровье бабушки плохо, потому что дела на фронте без политики. Хорошо, согласилась Надя. Дети поругались со всеми, продолжала она. Где? Спросил я. В большом доме, отвечала она. В Думе? Они голосовали против военных кредитов. Все? Да. Ну и молодцы. Ни разу, черти с какого времени, я не был так счастлив. Увести его, приказал следователь, я прекращаю свидание. Вот вам и русские пролетарии. Звони, голубчик, звони. Это была удивительная, великолепная, сверхотличная акция. Ну так как же, господа крикуны, вы поносили большевиков, обливали их грязью, охаивали, клеветали на них. А кто нравственно выстоял? Кто сказал всеобщей поганой оборонческой свистопляски? Нет, нет и нет. Давненько я так не ликовал, как в этой анафемской камере. Так же отменно, бывало, я чувствовал себя и тогда, когда возвращался с Погонинской почты. Порой не терпелось добраться до дому. Так хотелось взять тут же в руки, да развернуть и поскорее прочитать ее, нашу непримиримую ершистую правду. Ох, и лаяли же ее, голубушку, всякие стервицы. Ее давили, душили, запрещали охранники и чинодраны. А она жила себе, дожила, да крепла и бродила по белосвету, воспитывая тысячи пролетариев. И это ее праздник, ее торжество, когда среди визга и воя горстка русских рабочих подняла в Думе голос против войны. Ах, молодцы, какие же молодцы! Как хотелось увидеть их, обнять, приезжать к сердцу. Помню, как они приезжали к нам впервые. Они были молоды, эти наши рабочие депутаты. Муранов, Самойлов, Бадаев, Петровский, Шагов. Я представил им Ульку, которая специально для них с утра стряпала журек польской. Рабочие парни первый раз за границей. Все им было здесь в непривычку. Наша бутылка доброго старого венгерского токая, который я раздобыл в честь их приезда. В тонкостях иноземных вин они, видимо, разбирались неважно. К тому же надвигалась угроза, что они не оценят и кулинарных талантов Ульки. Но тут выяснилось, что приехали они со своими харчами. Петровский выложил сало, Бадаев – курицу, а Самойлов прихватил с собой даже домашние пироги с капустой.
тут-то за пирогами и самоваром разговор пошел в перебой. Сидел я, дослушал, дорадовался. Что за страна? Что за народ? Говорили они порой нескладно, с усмешкой, будто невзначай. Но за этой усмешкой, нескладностью, невзначаем били так метко, что хотелось тут же все это на бумагу, в перо. Знали они рабочую жизнь кровно, выкладывали такие подробности, частности, штришки да словечки. Восторг! Потом и здесь, и в Кракове мы оттачивали эти штрихи и подробности, начиняли их порохом, дотискали в прокламациях и статьях. И вот, о чудо, по листку, написанному здесь, за 1000 верст от Питера, встают 250 тысяч, четверть миллиона питерских пролетариев. Даже трудно сказать, какая радость царила у нас в этом богом забытом местечке. Как всю ночь ходили мы по друзьям, поздравляли и обнимались каждый раз, когда долетала весть, что питерцы вышли на улицу. Идет революция. Чую ее. Слышу ее. Идет. Стачки в Питере. Крупнейшие забастовки в Баку, Москве, в Иваново-Вознесенске. Волна за волной. Забастовки в Варшаве и Лодзе. Плечом к плечу с нами шли и польские пролетарии. Польские социал-демократы отлично наладили переброску к нам нелегальной партийной литературы. Это был трудный путь.
И я получал этот драгоценный груз в Кракове, во дворе Ягеллонского университета от нашего близкого друга Якуба Ганецкого, который держал все связи в своих руках. Царь делал все, чтобы стравить русских с поляками, а общее революционное дело сближало нас. Как-то, возвращаясь с очередного допроса, я был несказанно удивлен. Что за притча? Анжей? Как он попал сюда? Когда и где арестован? Это был тот самый пастух, что сражался с жандармом в горах. Надо сказать, что вскоре после той схватки мне довелось с ним встретиться еще раз. Оказалось, что тогда к нему снова пришел Мотыщук, вручил повестку и объявил, что дорога ему теперь одна. Упекут на 5 лет за травлю псами начальство. Пастух мой решил бежать. А так как бежать было некуда, то побежал он к Ульке. Девчонка укрыла его во дворе, на сеновале. Что делать, скажите на милость? Не конспиративно, да, но не выгонять же парня. Ну и оставили мы его до поры до времени у нас. Он рассказал мне свою нехитрую жизнь. Отец умер давно, а мать пошла прислугой в Краков. Учила его бесплатно грамоте какая-то старая учительница, жившая мечтой о польской свободе. Она рассказывала ему о Костюшке и о польских повстанцах, погибших в застенках. А мать пела ему о горском разбойнике Еносике, который грабил богатых и раздавал добычу беднякам. И вот в голове Анжея образовалась горючая смесь из Еносика, жолнежей свободы и крестьянских бунтарей. Баром жила в нем преотличная. Парень он был даровитый, чудесно резал игрушки. Я помогал, насколько хватало таланту и времени. А Улька таскала их на базар. Она ни за что не хотела, чтобы Анжей жил у нас даром. Тем временем мы с Анжеем проходили первый класс рабочего просвещения. Мы выяснили общими силами, что такое богатство одних и нищета других. Но когда я сказал, что польский капиталист такой же прохвост, как и все прочие, и дерет шкуру не хуже других, тут-то и произошла осечка. «Нет», — сказал он, — «это не так». «Так», — сказал я. «Нет, не так», — сказал он. «Все беды Польши от иноземцев, которые угнетают ее». А, знакомые песни. Я сказал, что братья Анжею не польский лавочник и ростовщик, а рабочие всех стран и народов. Тут он разъярился и объявил, что пусть его заберет холера, если и при социализме не найдутся любители возносить одну нацию и ширмовать другую. Но тут разъярился я и сказал, что если и найдутся такие, то их надо вешать, стрелять, колесовать, четвертовать. Наш спор продолжался бы долго, если бы не Елизавета Васильевна. «Наде плохо», — сказала она.
Да, Надюша была больна. Больна давно и жестоко. Прошлым летом мы ездили с ней в Берн. Швейцарская знаменитость Кохер делал ей операцию. Ей стало лучше, гораздо лучше. И вот тебе новый припадок. Можно было вопить, молить и стенать, но она не оставляла своей немыслимой работы. Вся переписка, все связи с партией в России лежали на ней. И в этом видела она смысл и счастье всей своей жизни. Счастье, оно ведь у каждого свое, и каждый понимает его по-своему. Вскоре припадок у Нади повторился и оказался страшнее первого. Улька узнала, что сюда в горы приехал известный венский врач. И вот, когда Наде стало немножко полегче, мы пустились в дорогу, чтобы позвать его к нам. Когда мы проезжали мимо костела, Улька вдруг остановила меня. «Пани Владимиржу, помолимся, чтобы пани Надя была здорова». Да как же мне Бога молить, когда я в Бога не верю? Вот и беда у вас в доме, что вы не верите, сказала она. Все беда да беда. Пани Владимировна, ну для меня. Ведь вы меня любите. Ну что вы скажете? Она стала просить так громко, что это начинало походить на скандал. Ладно, зайду. Невелик грех. Я бездну времени не был в церкви, с самой гимназии, или, пожалуй, со свадьбы. И у меня сохранилось в памяти что-то громкое, парчевое и косматое, пахнущее воском и ладаном и началом учебного года.
все сочеталось тут, чтобы овладеть человеком, оторвать его от земли, от сутолки и забот, а главное — от борьбы, и захватить его сердце, так жаждущее веры в лучшие времена. И я подумал о том, каким пронизывающим, трепетным, зорким должно быть наше искусство, чтобы разбить веру в небо и создать веру в жизнь, борьбу, человечность. Нет, не под силу это искусству мелкому, дряблому, шустрому, праздному. Самое тяжкое в тюрьме — это ощущение одиночества, смятение мыслей и чувств по ночам. И чтобы не поддаваться ему, я думал о людях, которые встречались мне в эти польские годы. Вспоминал Мицкевича. Вы помните ли меня среди моих друзей, казненных, сосланных в снега пустыню грюмых, сыны чужой земли? Вы также с давних дней гражданство обрели в моих советных думах. Сыны чужой земли? Нет, никогда она не была мне чужой, эта земля. Я прожил здесь всего 2 года, но мне навеки стали дороги ее холмы, леса и старые города, ее орлиная гордость и горячее сердце. Я знал, я понимал, судьбы России и Польши едины в истории. Записка была от Ганецкого. Он писал, что требования о моем освобождении подписали и старый социалист, закопанский врач Блудский, и известные поэты Ян Каспрович, Владислав Оркан и другие. Это был пункт приятный, но был и пункт второй. Ганецкий сообщал, что по слухам наступающим русским войскам отдан приказ о немедленном моем задержании, если я попадусь им в лапы. Значит, эта тюрьма может стать для меня западней. А в конце записки стояла: с Улькой случилась беда. С Улькой? Какая беда? Что она там еще натворила? Помню, как только Надюша поправилась, мы устроили ослепительную помолвку. Как раз пришла из России посылка. Елизавета Васильевна соорудила родные российские блины. По случаю торжества жених и невеста нарядились в свои гуральские одежды, а я, по просьбе Нади, облачился в сюртук. Надя сказала: ну а теперь по русским обычаям горько. У нас не можно на людях, возразила Улька. У нас только после свадьбы. Так это у вас, а вы ведь у нас. Этот наш обычай пришелся им явно по вкусу. Но тут нас прервал чей-то голос, раздавшийся со двора. Thank you.
Видно, ксёнц втолковал ей что-то такое, отчего вернулась она к столу сама не своя. Мы сделали вид, что ничего не произошло. Елизавета Васильевна отправилась за новой порцией блинов. Вдруг Урка сорвалась с места. В чем дело? Тут взяли мы в толк, что ей все противно. Какая-то помолвка, когда нельзя позвать к столу даже ксенза. А надо все прятаться и прятаться. Не помолвка, а стыд. Вмешался Анжей и заявил, что стыд это или не стыд, он любит Ульку и ему наплевать на все остальное. Тут я сказал, что в данном случае это, пожалуй, правильный взгляд на жизнь. И вот здесь-то Улька и набросилась на меня. Она стала кричать, что не хочет жить, как живем мы, ни кола, ни двора. Она хочет иметь дом, детей, мужа и работать, а не бегать всю жизнь от полиции. Ни разу я не видел ее такой. А после, вне всякой разумной логики, она вдруг кинулась целовать Надю и просить прощения, и говорить, что мы ей самые близкие и родные, и что нет у нее никого на свете, кроме нас. И вот этого жениха, которого она любит даже больше нас. Потом все наладилось, успокоилось, и мы опять перешли к блинам. А Надя сказала, что если уж праздник, то надо бы и поплясать. А ну-ка, Анжей, наши влюбленные не заставили себя долго ждать. Сидел и смотрел, и думал об Ульке и об Анжее, и о той радости жизни, которая так нужна человеку, и о том, что это, наверное, и есть то главное, из-за чего идет вся наша баталия. Однако это был последний спокойный день. На утро мы узнали, что началось нечто такое, чего не мог предвидеть даже столь тонкий политик, как местный почтарь. Выстрел в Сараеве. Серб убил австрийского наследника Фердинанда. Ультиматум Австрии – серб. В дело вступил, как писали газеты, европейский концерт. Германия поощряет Австрию, а Россия за сербов. Случилось именно то, о чем столько лет писали большевики, клеймя и вскрывая силы, готовившие войну. Войны еще не было, но она уже вошла в жизнь. Определила собою все. В Воронине началась мобилизация. Поезда из Кракова не пришли, газет не было. Слухи возникали и распарялись. Тогда я решил взять подводу и добраться до Нового Тага, чтобы выяснить, что же все-таки происходит в мире. Подводу мгновенно, с завидной энергией, устроила Улька. После целой ночи работы мы написали с Надюшей десятки писем. После этой тревожной, тяжелой ночи невольно гнала в дремоту. То мерещилось, что я где-то в Финляндии, то в Бернских Альпах, то словно бы даже в России. Как пролетела жизнь. Возился, шумел, колесил, писал. И вот сейчас все сошло с якоря. Сдвинулось и летит неизвестно куда. Но есть же и в этом полете, как и во всяком другом, своя логика. Своя траектория, своя суть.
Паня, о чем вы думаете? Спросила Улька. О чем? О разном. О жизни, о смерти. А ты о чем думаешь? Спросил я. А вас, хороший вы человек, а живете не так. Наверное, характер трудный. Да, как ни верти, а характер действительно в швах. Неуживчив, трячлив, необуздан. За попытку коверкать марксизм бью по зубам, не щадя живота. Одна рукопашная за другой. И лютая ненависть пошляков, и тучи врагов, и 44 года, и никола ни двора, одни чемоданы. А впрочем, кое-что сделано. Малость учинено. И что ругают? Отлично, ругайте. Привык. Как сказал один старый француз, Господь приноравливает нашу спину к нож. Дорога была плохая, трясло ужасно. А когда я решил пересесть, обнаружился неожиданный пассажир. Тут затрещала Улька, что просит прощения, что она просто хотела увезти Анжея подальше от пана жандарма Мотощука. Да, положение парня было не из завидных. Явится, упекут в каталажку. Не явится, дезертир. Они тараторили наперебой, как вдруг появились те, кого нам меньше всего хотелось встретить. Разъезд австрийских улан. «Что за притча, херр Вахмистер?» – спросил я по-немецки. «Почему сегодня такое движение войск? Ха-ха! Свалился с луны! Германия объявила войну России!» «Война! Так я и знал. Началось. Представляю себе, какая вакханалия шовинизма поднимется теперь во всем мире. И как нам важно сейчас избрать правильный путь. И я решил ехать в Краков, чтобы связаться с товарищами. В Кракове я наконец узнал, что творится на белом свете. Договорился с друзьями, выяснил много важного для себя. Удалось пристроить и Анжея до поры до времени у одного из железнодорожных рабочих. Настала пора уезжать. Ганецкий повел нас на поезд окольной дорогой. Вдруг из близлежащего депо донесся шум. Видно, и здесь сам собой возник разговор о том, что волновало всех, о войне. Неосторожно, архинеосторожно, но я не утерпел и повлек всех туда. Спор был здоровенный. Одни кричали, что война с царем русским – это особая война. Это война с палачами Польши, с душителями рабочих. Но были тут и другие, которые говорили, что если прусский жандарм встанет на место русского, то рабочему человеку от этого будет не легче. Многих из здешних я знал хорошо, да и они меня знали неплохо. Ведь я года два прожил в Кракове, в железнодорожном районе. Готовились уходить, когда вошел парень с польским орлом на фуражке. Я знал, конечно, о патриотических легионах, которые собирались бороться на стороне Австрии против России, но в первый раз видел легионера вживую. Итак, вот один из тех, кто думает,
что будет сражаться за Польшу, не понимая, что его несчастная родина сейчас является всего лишь мелкой разменной монетой грабительской драки великих держав. Вдруг я увидел Анжия. Я вспомнил наши споры на сеновале и понял, что он думает так же, как этот легионер. И, пожалуй, даже завидует ему. Спор разостался. Кто-то крикнул: «Вот он, польский орел! Не жертвами, а бойцами за свободу отчизны войдут поляки в эту войну!» Тогда в спор вмешался Ганецкий. «За свободу?» — повторил он. «Неужели, если поляк из Кракова в австрийском мундире будет стрелять в поляка из Варшавы в русском мундире, то он добудет свободу? Нет! Не из дикой бойни восстанет Польша, а из революции, которая сорвет три короны, сметет три империи, истязающие ее!» Он говорил отлично, с яростью, болью и злостью. Это было то, о чем мы толковали с ним, часто и горячо. Я мигом уразумел, что этот патруль с того военного поезда, который грузился поблизости. Где бригада? Где машинист? Если через 3 минуты он не будет на месте, то предстанет перед судом, перед военным судом. Знал, конечно, что этот воинский поезд уйдет, и не только этот. Но я видел, сдвинулось что-то в людях. И это на нынешней точке главнее главного. И надо идти и идти вперед именно с этой черты. Даже когда меня повели на прогулку, этот польский легионер не выходил у меня из памяти. Ну что ж, все отдельное, сказал бы тут диалектик, это частица общего. И во всем общем есть частица отдельного. Да, этот краковский Ян уверен, что бьется за свою угнетенную родину и видит врага без разбора в каждом Иване. А Иваном, Жаном, Йоганном долбят, что они борются за родимый край, где лучший в мире народ, горшки, язык, облака, мысли и блохи. Все лучшее. Ох, да чего ж весь век свой я ненавидел этот бессовестный шовинизм. Это хвастливое презрение лавочника ко всему, что не за его забором. А эти немецкие социал-демократы с их бесстыжим голосованием. Вот так наследники Маркса. Интернационализм, изволите ли видеть, они засунули в шкаф вместе со штатским костюмом и хотят, чтобы рабочие всех стран стреляли друг друга во имя защиты Отечества. Мерзавцы. «Одите потише», — сказал мне мой страж. «Сколько раз надо говорить?» «Да, сколько раз надо говорить. И чтобы шагать потише, я составил себя вспоминать о тихом, пока стало не в моготу. Нет, не желаю о тихом. К бесу. По всей Европе цветы, парады и гимны. Проклятая и хитрая капиталистическая механика. Вот до чего доводит она доверчивые народы. Политиканы подстрекают гонки вооружений, а тем временем золотой дождь льется прямо в сейфы финансовых воротил, составляющих одну тесную международную шайку. Но они остаются в тени, а на виду мундиры да мантии. Как всегда, великие мира сего кажутся великими потому, что люди стоят перед ними на коленях.
Нет, я не мог думать об этом спокойно. Я думал об этом ночью и днем. Я думал о том, что война обучит не только жечь, убивать и грабить, но и лгать, лицемерить, продавать убеждения, торговать словами. Она обрубит человеческую дружбу, влезет в самое дорогое, что связывает близких сердцу людей, и в каждую семью войдет с ней неслыханная, непоправимая, ужасающая беда. Беда. Я вспомнил тот вечер, когда к нам пришел проститься Ганецкий. Мы играли, быть может, в последнюю партию жизни. Мысли наши были далеко от доски. Внешне он был спокоен и собран, товарищ Якуб, и я тоже. Спокоен и собран. И оба мы были совсем неспокойны. Потому что наступала пора, когда надо было особенно точно видеть и безошибочно поступать. Когда каждая слабость, двойственность, колебания могли обернуться предательством пролетарского дела. Жить становилось все туже, особенно нам, иммигрантам российским. Те из польских товарищей, что жили тут с русскими паспортами, уезжали из Австро-Венгрии в нейтральные страны. Ганецкий сказал мне, что как раз нынче ночью группа молодых товарищей уйдет из прифронтовой полосы через горы и поведет их Анджей. Мы продолжали наш шахматный турнир, но думали по-прежнему совсем о другом. Трудные были эти минуты. Ганецкий ночью уезжал в Краков, а я не знал, как пойдет моя судьба. Обстановка была до крайности напряженной. Раздувался психоз всеобщего недоверия. А наш Поронинский Пинкертон Матыщук таскал уже всех, в ком мерещился ему русский шпион. Наконец, с Ганецким у нас все было оговорено. Мы обменялись с ним возможными адресами для связи. Часу в 12 мы простились. Вскоре после его ухода мы хватились Ульки. Искали ее повсюду, но ее как ветром сдуло. Мы решили, что она просто сбежала от нас. Сбежала. Ушла тайком. Испугалась. Ведь что там ни говори, мы действительно были странные люди. Странники, чужестранцы. И вокруг нашего дома с каждым днем войны становилось все горячее. Умом я не винил ее. В те дни сбегали, пугались, слабели, куда более крепкие и стойкие. И все-таки было горько. К тому ужасному горькому, что творилось вокруг, прибавился еще один маленький горький глоток. Она ушла, даже не попрощавшись. А ведь мы так любили ее. Я не винил ее, но решил забыть навсегда. И только через несколько лет, когда я вновь встретился с нашим старым другом Якубом Ганецким, и мы хором стали вспоминать Поронин, Краков и все относящееся к всему, он спросил, а помните Ульку, что жила у вас? Тут-то я узнал от него ее удивительную историю с неожиданным концом. Нет, не страх увел в тот вечер Ульку из нашего дома. Не страх, а любовь. Да, любовь вела ее по дорогам и кручам. Она храбро шла одна в эту ночь, чтобы только еще раз повидать своего ненаглядного. И, как выяснил после Ганецкой, Улька поначалу совсем не нужна была вахмистру Матыщуку. Он только смекнул, что от нее след идет к Анджею, а именно с ним мечтал свести свои счеты наш вахмистр. Теперь Матыщук мог торжествовать. Наконец, Анджей попал в его руки. Но и Улька пригодилась ему, однако совсем по другому случаю. А случай был в том, что этот жандарм явно перестарался с моим арестом. В
Поначалу он предложил Ульке подписать, что я часто ходил по холмам и все что-то высматривал и чертил в тетрадях. Далее было сказано, что ко мне из России приезжали подозрительные господа, которые скрывались от местной полиции. Но она сказала, что ни о чем не ведает, и да простит ее пан жандарм, ничего не подпишет, потому что не видела в жизни людей лучше, добрее и честнее нас, хотя мы и не ходим в костел. Матыщук, страдая одышкой, взялся за дело не спеша. Он действовал по-хозяйски, как старый огородник. Наконец он сказал ей, ты полька, а он русский, враг, наш враг. Так помоги нам, скажи все, что знаешь о нем. Да, она оказалась стойким и верным другом, эта маленькая Улька. Где-то ты теперь? Может быть, тебе сейчас наговорили обо мне, что я губитель, чума, враг твоей родины, что был прав тот жандарм? Не верь. Ведь так трудно найти в шуме и хлопотах жизни настоящего друга. И так легко его потерять. Впрочем, обо всем этом я узнал гораздо позже. А пока что я обязан был выполнять одно чисто немецкое правило, установленное в этой глупой уездной тюрьме. Каждый день арестанты должны были по очереди мыть полы и окна в служебных помещениях. Это был малознакомый мне предмет, но я, сообразно моим жизненным правилам, старался освоить его систематически. Я и вспомнил об Анже. Где он? Я больше ни разу не видел его в тюрьме. Я не знал, как он попал сюда, еще меньше, куда он исчез отсюда. Впрочем, об этом нетрудно было догадаться. У таких, как он, один путь из тюрьмы на фронт. И встали вдруг передо мной его глаза, какими смотрел он тогда на легионера с орлом на фуражке. А я ведь говорил с ним долгие ночи, и казалось мне, он готов был к тому, чтобы все понять. И от всех этих мыслей я тер и скреб тюремный пол с такой яростью, будто хотел смыть всю дрянь, которую нанесла сюда на подошвах своих полицейщина за 100 лет. К вечеру снова пришел ко мне тюремный писец и стал еще раз переписывать, кто мой отец, кто моя мать, кто я сам и кто у меня жена, говоря, что меня отправляют в военную тюрьму.
И надо, чтобы сведения были абсолютно проверены. Он лез ко мне с тысячей разных вопросов. Я задыхался от его глупости, от его шуток, от его дыма и никак не мог сосредоточиться в мыслях. Кажется, Наполеон сказал, что феодализм погиб от пушек. Могу поручиться, нынешний строй погибнет от чернил. Война. Война за отечество. Война за свободу. Ложь, ложь и ложь. Ложь в словах, в костях, в крови, в корнях этого фарисейского строя. Да надо быть распоследним ослом, чтобы умирать за любого барина. Вот что мне надо было внушить Анжию. Я, стало быть, все же чего-то не договорил ему. Скользнул мимо, не достал вглубь. А надо было пропитать его этим, закрепить на всю жизнь. И я обязан ему это сказать. Обязан. Эта война переменит все. С каждым днем все острее и ужаснее будут бедствия. Всюду, по всем углам пойдут трещины, сквозь которые начнет прорываться наружу возмущение масс. Надо собрать все стоны и слезы с полей битв, весь гнев рабочего класса. Сегодня нельзя защищать Россию иначе, как желая разгрома царизма в войне, разгрома самого горького, оскорбительного. Но как сказать это русскому человеку? Поймут ли нас массы? Пусть не сразу, поймут. Не сегодня, так завтра. Мы соберем людей, которых ужасы этой войны будут не только запугивать, но и учить, будить и готовить к борьбе против буржуазии. И если в такой обстановке мы скажем рабочим России, рабочим Европы, что единственный выход из тупика — повернуть штыки и направить их не против братьев своих, а против кровавых собак, затеявших эту свалку, то нас поймет не только рабочий, но и каждый самый простой мужик. Все пришло к точке. Я мог бы сказать Анжию, кто бы ни выиграл бой, проиграешь ты. Я мог бы вспомнить с ним сеновал, игрушки, помолвку, и то, как мы ехали в Краков, и то, как он обнял меня на прощание, и как сказал мне отец. Я мог бы сказать этому русскому солдату: ты думал, что идешь за Россию, а умер за тех, кто душил тебя, кто украл у тебя и землю, и жизнь. Я мог бы вспомнить с ним русский снег, и наши осенние листья, и реки, и серый дымок над избой, все русское, тихое и протяжное, что накипело в разлуке, и чего, быть может, мне уже никогда не видать. Но я не мог сейчас ничего сказать отсюда, из этой проклятой каталажки. Ничего, что хотел сказать ни поляку, ни русскому, ни тысячам других таких же солдат. Потому что сидел тут связанный по рукам и ногам сын Ильи и Марии. При аресте отобраны часы фирмы Мозер, 3 кроны австрийских денег и перочинный нож. Меня не перевели в военную тюрьму, а просто-напросто освободили. Все обвинения рассеялись в прах. Мы уезжали. Архив ЦК мы передали польским товарищам,
а брошюры, да кое-что из моих писаний, заколотили в ящики. Бумаги эти, наверное, и до сих пор валяются где-нибудь по чердакам. Прощай, Погонин. Ну вот и первый подарок войны. Прощай, папа. Мы ехали в Вену, а потом в Швейцарию. Все дальше и дальше от России. Вокруг полыхала война, все было во мраке. Но там, в России, гонимая, избичеванная, бессмертно жила наша партия. И ехали мы на небывалую, невиданную работу. Ну что ж, господа, вы начали эту войну, а мы ее кончим.